Самые сильные, выносливые и трудолюбивые в Сургутском районе чествовали лучших атлетов муниципалитета. Церемония награждения победителей конкурса «Спортивная элита» прошла в Барсово. За высокие достижения в 27 номинациях отметили 70 участников. Это чемпионы и восходящие звезды, тренеры, руководители и сотрудники спортшкол и даже судьи. Отмечу, что сегодня муниципалитет один из лидеров в округе по количеству жителей, занимающихся физической культурой. И спортсмены, и их тренера – это без привлечения гордость Сургутского района. Отдельные слова и благодарность, и уважение ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Что хочу сказать. В Сургутском районе спорт поддерживали, поддерживаем, будем поддерживать. В прошлом году построили прекрасный спортивный зал, хоккейный корт в самом удаленном нашем поселении – Сытомино. В этом году надо начать такой же комплекс и в Рускинской, и в Лямино. В этом году конкурсная комиссия ввела дополнительные номинации. Гран-при в разделе «Массовый спорт» получил Ильман Хаджимурадов. Школьник установил новый мировой рекорд по отжиманию среди детей. Гран-при завоевал Тимур Наниев. Тяжелоатлет стал четвертым на летних Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 109 килограммов. Как отмечают сами спортсмены, для их развития в Сургутском районе созданы все условия. Так, за последние 5 лет в муниципалитете появилось 46 объектов физической культуры. Сейчас мы на базе «Атланта» хотим провести тренировочное мероприятие, подготовка к этапу спартакиады учащихся. Сборная нашего округа в составе юношей и девушки будут готовиться к Уральскому федеральному округу. Если у нас получится, то я думаю, уровень юношеский вот таких мероприятий тренировочных мы будем проводить на Солнечном. Это также будет и популяризировать наш вид спорта. Те дети, которые занимаются, будут приходить, видеть этих спортсменов, как они занимаются.